его на этом дощечке. Есть закон о рекламе, есть закон о размещении рекламы на транспорте, есть решение исполкома. Все эти законы дают нам основание предполагать, что это, данный вид конструкции является незаконно установленными. Вчера я провел последний раз переговоры с собственником этих рекламных конструкций. Я заявил о позиции города, дал время на то, чтобы они сами добровольно ликвидировали эти, убрали с города эти прицепы с рекламой. Но я думаю, что, судя по всему, он меня не услышал. Поэтому в рамках наведения порядка в городе Житомире, приведения города Житомира в тот вид, которым, в принципе, он должен быть, то есть все незаконные рекламные конструкции будут сняты. В цьому місці, де він знаходився, ви всі бачите, він практично стояв на пішохідному переході, де люди ходять. Також він ще закриває видимість при маневруванні, при русі транспорту. На самом деле это беззаконие чистой воды. То есть если новые власти решили таким образом проявить себя, что они что-то могут сделать в городе, то это не самый удачный вариант. Поскольку данное средство является транспортным средством, законом о рекламе любая информация, размещенная на транспортном средстве, не согласовывается ни с кем, не требует никаких разрешений. Тем более в данном месте это вообще бесспорная территория, занимается благоустройство города, но это, если вы видите, место, отведенное специально для парковки транспортных средств. Поэтому в данном случае это не что иное, как воровство под эгидой власти, за что, естественно, придется ответить надлежащим образом. Само собой суд и к ответственности за подобные вещи тех людей, которые этим занимаются.